Pierwsze pytanie. Taka ocena pierwszej części meczu. To znaczy na gorąco jest oczywiście słaba, no bo jednak mecz się w sumie skończył porażką, no i ciężko coś tutaj powiedzieć takiego, co by no jakoś, nie wiem, to usprawiedliwiło czy coś w tym stylu. Czego oczekiwałeś od swojego przeciwnika i co jakieś oczekiwania jakoś potwierdziły się w trakcie meczu? To znaczy ja się przede wszystkim cieszę, że wszystkie partie były dość ciekawe, tak? No bo jednak w każdej się coś działo, tak? I wydaje mi się, no, że tutaj jest to też zasługa nas obu, tak? Że charakter miał, to znaczy wszystkie partie właśnie taki miały dość ostry charakter. A więc kontynuując ten wątek, czy w którejś z partii miałeś szansę na odniesienie sukcesu? To znaczy wydaje mi się, że najbliżej byłem chyba dzisiaj, bo zagrałem bardzo słaby ruch goniec D4. Wydawało mi się, że jak zagram D6, to prawdopodobnie tam no, jakieś są szanse na zwycięstwo. To znaczy, no ale to oczywiście trzeba wszystko sprawdzić z komputerami. No, bo... no tak na gorąco to rzeczywiście trudno co ocenić. To jeszcze którą partię uważasz za najciekawszą? Wydaje mi się, że najciekawsza była partia wczorajsza, tak? No, ponieważ działo dość sporo, cała końcówka była dość ciekawa i no, z tych wszystkich to właśnie ta wczorajsza mi się naj... To znaczy taka, no, była dość ciekawa. Dziękuję bardzo. Jeszcze wapros gospodinu Żobawie. Jak wy gotowili z kabaczu? Я по-русски буду говорить? Да, можете по-русски. Ну, в первую очередь хочу поблагодарить Радека за приглашение на этот матч. Я к нему очень серьезно готовился. Я думаю, что партии были интересные для зрителей. Не было быстрых ничей, так называемых. Боролись до конца. Сложные партии, очень много энергии потратили, я считаю, оба. Ну, в целом, я считаю, что Радек... Из-за отсутствия практики долгой, я думаю, что он не был в лучшей форме, не в лучшей форме к этому матчу подошел, много просчетов допускал, и это как-то повлияло на исход матча. Ну, в целом, примерно равная игра шла в этом матче. Еще перед этим матчем я играл в Амстердаме турнир, и там мне показали, в какой я форме нахожусь. Ну, как-то так получилось, что Радик тоже не был в блестящей форме, поэтому как-то... Примерно в равных условиях были в этом отношении. Ну, и так получилось, что первая партия оказалась решающей в этом матче. Ну, борьба была очень интересной, да. Не сложно. Ну, а как вы готовились к матчу? Ну, несколько слов. Ну, я изучил репертуар Радика. Попытался что-то конкретно подготовить именно вот к его дебютам. Мне кажется, что мне удалось там в какой мере против хода D4 черный подготовиться, что было очень важно. Было припасено несколько там наминок. Ну, я еще как бы не все было показано, но может быть в рапете еще посмотрим. Да. Но, к сожалению, вот эта вся подготовка в предыдущем турнире не помогла. То есть я там почему-то вообще ничего не получалась игра. Ну, тут... Тут как-то более-менее, видимо, вошел уже в ритм после этих партий, и что-то голова более-менее нормально работала. Ну, посмотрим, что будет в Рапиде. Да, спасибо. До завтра, до Рапида. Может быть, будет реванш, может нет. Поживем, посмотрим. Спасибо.